Huawei Watch GT 3 Milo – удобные часы в классическом форм-факторе. В этом видео мы распакуем умные часы Huawei Watch GT, модель Milo B19V. В комплекте с ними прилагается зарядная панель и пользовательская документация. Данные часы выполнены в классическом круглом корпусе из пластика и нержавеющей стали. Диаметр корпуса составляет 42 мм, а толщина 10 мм. Вес часов всего 35 граммов. Ремешок изготовлен из натуральной кожи бежевого оттенка. Почти всю лицевую панель занимает яркий AMOLED-экран с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466 на 466 пикселей. Есть функция постоянно включенного экрана, чтобы часы могли выполнять свою основную функцию – постоянно показывать время. Справа от экрана вынесены две кнопки. Первая вызывает меню тренировок, вторая служит для навигации по меню часов. С тыльной стороны разместились датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Привычных контактов для зарядки не предусмотрено, так как здесь используется беспроводная технология восполнения энергии. Достаточно положить часы на зарядную панель из комплекта. Что касается дополнительных модулей, в часах установлен датчик Bluetooth версии 5.1, а также GPS и GLONASS для записи треков во время тренировок. Еще есть датчик атмосферного давления, геомагнитный датчик и датчик температуры. Наконец, поговорим о функциональности. Huawei Watch GT 3 работает на базе операционной системы Harmony OS, которая поддерживает многозадачность, установку дополнительных приложений из фирменного приложения Huawei, а также закачку и воспроизведение музыки со встроенной флеш-памяти. Емкость встроенной памяти составляет 4 гигабайта. Также отметим, что данные часы позволяют принимать и совершать звонки, но с использованием смартфона. То есть часы могут выступать в роли Bluetooth-гарнитура. Что касается автономности, то полного заряда аккумулятора емкостью 292 ампер-часа хватит примерно на 98 часов работы в обычном режиме.